Удивительно, как быстро развиваются нейросети и какие потрясающие результаты способны выдавать видеогенераторы на базе искусственного интеллекта. Такое было немыслимо еще полгода назад. И если вы еще не знакомы с новой нейросетью для генерации видео от компании Minimax, Minimax — это китайская компания, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, а сайт, который мы будем смотреть, — это ее продукт, то сейчас мы протестируем эту удивительную нейросеть и увидим, какие потрясающие результаты она способна выдавать. А также смотрите видео до конца, так как я поделюсь с вами инструментом для улучшения ваших промптов, который поднимет качество создаваемых вами видео на новую высоту. Небольшое включение из будущего. Дело в том, что пока я снимала это видео и его редактировала, условия на сервисе изменились. Он перестал быть полностью бесплатным. И вот здесь, если мы нажмем на ракушку, видно, что в день выдается 100 кредитов, и за генерацию видео снимается 30 кредитов. Ну, а остальная информация по использованию сервиса остается актуальной. Желаю вам приятного просмотра. Заходим на сайт под названием Halo AI. Не уверена, что я правильно произношу. Обратите внимание, что здесь написано бета. Это значит, что нейросеть в режиме тестирования. Нам нужно просто зайти или зарегистрироваться. Вход осуществляется при помощи аккаунта Google. Других вариантов здесь не предоставляется. Мы заходим, и нас встречает такой интерфейс. Здесь все предельно просто. Большое поле для ввода промпта. Совсем недавно, на днях буквально, добавилась возможность загружать свою картинку и делать из нее видео. Значок карандашика — это улучшитель промпта. Если у вас короткий промпт, то лучше его включать. И кнопочка Generate. Дальше всего лишь две вкладочки работы других пользователей можем просматривать и переключиться на свои недавно сгенерированные видео. И давайте начнем с новой функции генерации видео из картинки. Я вчера тестировала, и мне очень понравилось. Загружаем картинку с компьютера. Такой портрет я загрузила. И в промпте напишем такой промпт. Выражение лица мужчины становится серьезным. И обратите внимание, что я ввожу промпт без перевода на английский язык. Значит, чтобы включить улучшитель промпта, нажимаем «On» и нажимаем «Create». Генерация может занять какое-то время. Из-за того, что нейросеть сейчас очень популярна, здесь иногда приходится постоять в очереди. Вот пока что 0%, и пишет, что 940 людей в очереди может занять генерация примерно до 5 минут, по моему опыту. Я пока что нажму на паузу. И результат уже готов. Откроем его. И посмотрите, какие чудеса. Это просто невероятно. Вот давайте сравним с оригинальной картинкой и посмотрите, насколько похож персонаж. Изображение никуда не плывет, все четко. Просто потрясающий результат, я считаю. Правда, он разговаривает, чего не было в запросе, но тут уже нужно поработать с промптом. Вот это видео из картинки я генерировала вчера. Посмотрите тоже, какой чудесный результат. В запросе было написано «Женщина поднимает голову и улыбается в камеру». Еще вот такой пример видео из картинки. Здесь я промпт никакой не добавляла. Нейросеть сама придумала движение для этой картинки. Вот еще такая генерация из рисованной картинки. Предыдущие картинки были фотореалистичными. Конечно, если присматриваться, можно заметить тут огрехи определенные. Но в целом очень-очень впечатляет. А теперь давайте напишем промпт и протестируем, как работает генератор видео из текста. Я написала такой промпт. Милый пушистый белый котенок в розовой юбочке танцует на сцене. Улучшитель промпта у нас включен. И я нажимаю «Create». Пока что на данный момент при генерации видео из текста генерируется только горизонтальное видео. Но я думаю, что в скором времени разработчики это исправят. А когда мы загружаем картинку, то видео подстраивается под формат картинки. И смотрим результат. И, друзья, это просто чудо какое-то. Это, по-моему, просто прелесть. А теперь давайте этот же промпт попробуем улучшить. Есть специальный инструмент, как им пользоваться, я расскажу чуть попозже. А сейчас я просто скопирую здесь расширенный промпт, вставлю. Здесь улучшитель промпта лучше отключить. Снова нажму Create и сравним потом результаты. И посмотрим результат, но здесь результат не очень отличается. Просто котенок чуть быстрее двигается и поворачивается. А я вам хочу показать свои предыдущие работы, чтобы сравнить видео по простому промпту и по расширенному. Например, я генерировала вот такое видео. Простой промпт был такой: смешной инопланетянин с фиолетовой кожей, с удивленным выражением лица, что-то рассказывает на камеру. Ну, в принципе, довольно неплохо получилось, как будто бы кадр из какого-то фильма. Но давайте сравним с расширенным промптом. И вот видео с расширенным промптом. Во-первых, сразу понятно, что это какой-то инопланетянин. Посмотрите, какая детализация.
детализация, как у него на коже каждую складочку видно. Он еще рукой что-то показывает. В данном случае разница разительная. Еще пример. Здесь простой промпт из двух слов «Мир динозавров». В принципе, тоже вроде бы неплохо. Динозавры, правда, выглядят немного как игрушечные. И давайте посмотрим, как выглядит с расширенным промптом. А с расширенным промптом у нас вот такой «Мир динозавров». Такой киношный эффект. Резко на переднем плане появляется динозавр. Ну, то есть можно оценить разницу. Здесь и движение камеры, и перспектива. По-моему, очень разница заметна. Еще пример. Коротенький промпт. Маленькая корова на природе. В принципе, здесь тоже неплохо сгенерировал. Нет никаких дефектов. Правильное количество ног. Все в порядке, но немного скучновато. И смотрим расширенный промпт. Здесь как будто бы кадры из фильма. Посмотрите, какая природа. На переднем плане цветочки такие слегка размытые. Здесь есть перспектива. Передний план, средний план и дальний план. Ну, то есть данный инструмент по улучшению промптов, он добавляет много деталей и добавляет кинематографичные эффекты. И осталось нам рассмотреть, что это за инструмент для улучшения промптов. Для этого мы будем использовать чат GPT, но не напрямую. Для начала нужно войти или зарегистрироваться. Если вы никогда здесь не регистрировались, то ничего страшного. Можно войти с помощью своего Google аккаунта. И здесь мы к чату GPT будем обращаться не напрямую. Мы зайдем в левое боковое меню Explore GPT. Нажмем на эту вкладочку. И здесь в строке поиска мы введем Minimax Prompt. И здесь в подсказках появилось несколько GPTs. GPTs — это такие дополнения или расширения, которые натренированы на выполнение какой-то одной определенной функции. В данном случае нам нужно расширение промпта. И вот мы видим Minimax Cinemotion Prompter, дальше идет Halo Minimax Prompt Creator, их несколько штук, Epic Minimax Prompt, и вот еще есть Minimax GPT Minimax Prompt Crafter, но я использовала вот этот первый Minimax Cinemotion Prompter. Открываем его. Здесь видим информацию об этом GPT, его рейтинг, количество пользователей больше 10 тысяч. И чтобы начать с ним работать, просто нажимаем «Старт чат». Ему не нужно объяснять, что мы от него хотим, не нужно писать, что создание промпт на такую-то тему. Мы просто вводим короткий промпт, и он нам из него делает расширенный. Например, такой промпт. Собака породы такса бежит по осеннему парку. Причем вводить можно не обязательно на английском. Вот наш короткий промпт, и он сразу же нам начинает выдавать расширенный промпт на английском языке, и также еще и выдает промпт на китайском языке. Выбирайте любой из них. Не обязательно брать его слово в слово. Можно его закинуть в переводчик, посмотреть, что здесь в этом промпте, подредактировать под свои пожелания. После этого можем зайти снова в Minimax, сюда вставить этот промпт, например. И вот пока я снимала это видео, уже условия изменились. Теперь этот сервис не полностью бесплатный, а уже дается ограниченное количество кредитов. В данном случае у нас промпт и так расширенный. Я не буду нажимать на улучшитель промптов и нажимаю на сгенерировать. Получилось вот такое замечательное осеннее видео с кинематографичными эффектами. На этом я буду видео заканчивать. Если было полезно вам, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие видео на моем канале и до новых встреч!